все ждем. Вот он живет на всей земле. Спасибо, Гач, тебе. Гости из Сочи. Город готовится к приему матча первенства мира по футболу. Они передают привет Анапе, где будут развернуты тренировочные базы для команд. Так, органы территориального общественного самоуправления из разных городов помогают решить одну задачу. Между городами-курортами действует межмуниципальное соглашение. Общественники изучают опыт друг друга. Елена Гриненко встретила в Анапе свой день рождения. Общественной работой занимается почти 20 лет. Нам в первую очередь бросилось в глаза, что мы заехали, я не первый раз в Анапе. Это постоянная чистота. Она сразу бросила в глаза. Это зеленые зоны, это деревья, которые побелены. И очень это сразу бросается, что везде очень чисто, при наличии небольшого количества урн, но мусора нигде нет. Это вот просто мы перед Анапой в восторге от этого. В зале представители 12 органов территориального общественного самоуправления. Первый конкурс кулинарный. Тема в этом году – сказка. Но так, чтобы было чуть-чуть про экологию и развитие туризма. В роли царя Дмитрий Байдиков, заслуженный учитель России, работал начальником городского управления образования. Хочется быть полезным и людям показывать, что даже уходя на пенсию, можно что-то делать, как-то влиять на процессы происходящие, не только вот уборка улиц там и прочее, да, а вот так разнообразить можно. Это праздник, это действительно веселый такой, непринужденный. По-доброму, все мы друг друга знаем, да, вот все вот как-то одна семья. У станицы Анапской царский стол и уха из судака – фирменное блюдо. Его со знанием дела продегустировали сочинцы. Ляпота. У жителей Суворов-Черкесского оригинальная подача на скатерть-самобранку. Это чтобы по-сказочному было. Далее по законам жанра – икра черная, красная и заморская. Конечно, сложно оценить, потому что все участники талантливые, творческие. Сколько души, сколько времени потратили. Посмотрите, сколько умения вложено в оформление столов. Номера творческие вы увидите, это просто произведения искусств будут. Это совместно с культурой. Это все с вами. Дмитрия Байдикова уже загримировали под царя морского. Скоро выход. Тем временем на импровизированной сцене полным ходом действа. Слушай, Настенька, ты ведь умница. А выдам-ка я тебя замуж за депутата местных кровей, Алешенька. Это о положительном опыте взаимодействия общественников, депутатов, а также муниципальной власти. А новоиспеченного Колобка увлек туризм. Сказка-ложь, давний намек. Впереди курортный сезон и территориальное общественное самоуправление – один из важных участников процесса подготовки к встрече гостей.